надоел точно. Долго стояли в пробке? Долго. Новый тромб. Перекресток Тургенева Красных Партизан закроют уже завтра. Одну из главных транспортных артерий Краснодара ждет последняя, самая длинная и сложная операция. Я хочу позавидовать тем ребятам, которые будут учиться у вас в этом классе. Спектрографы, мультимедийные проекторы и умная мебель. Школа будущего в реальном воплощении ждет тысячи юных изобретателей. И это будет Колорбор! Малыш на миллион. Шестилетний спортсмен из Павловского района преодолел 2,5 километра и оставил соперникам 1-0. Они будут проходить с 4 числа по 8 на площадках Олимпийского парка. Большие бесплатные твои. Жителей Сочи накроют новой волной, даже тех, у кого нет билетов. Время поднимать камни и ставить рекорд. Кубанские путешественники прикоснулись к Луне, чтобы узнать, что охраняют крошечные креветки. Они живут в канализационном люке, а мы их кормим попкорном. Практикуют гипноз, просят милостыню и даже причастны к вымогательствам. Разбойники в масках могли бы пройти по 2 статьям, но стали звездами. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте, расскажу о самых важных событиях дня. Открытие года. Улица Тургенева живет раньше срока. Сегодня такую информацию публиковали на официальном сайте администрации Краснодара. Движение автомобилей планируют возобновить к 25 сентября. Еще один маленький шаг к окончанию большой дорожной стройки сделали сегодня. Ремонтные бригады покинули перекресток Тургенева и Гагарина. Произошло это с опозданием на 4 дня. Ранее открыть пересечение планировали 23 августа, но помешали сети водоснабжения. Их тоже пришлось обновить. А вот в ночь со вторника на среду строители перейдут к последнему аккорду реконструкции. Они заблокируют перекресток Тургенева и Красных Партизан. Меньше чем за месяц монтажникам нужно заасфальтировать всего все 6 кварталов. Напомню, ранее закончить реконструкцию главной улицы фестивального микрорайона специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства обещали к 1 октября. Потом прогнозировали продление сроков ремонта, но, похоже, теперь смотрят на улицу с оптимизмом. А тем, кто каждый день добирается на работу через Тургеневский мост, в ближайшие 2 недели нужно искать альтернативные пути объезда или закладывать дополнительное время на дорогу. Сегодня путепровод частично перекрыли, а движение транспорта регулировали автоинспекторы. В связи с укладкой коммуникации на Тургеневском мосту временно ограничено движение транспортных средств. В связи с чем въезд и выезд в город Краснодар осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Первый этап работ дорожники начали на участке возле контрольно-пропускного пункта ГИБДД. С самого утра по путепроводу в сторону центра Краснодара машины ехали со скоростью максимум 3 км в час. Надоел точно. Долго ужас. Стояли в пробке? Долго. Очень долго. Больше часа. Ну, как считаете, ремонтировать все-таки нужно дальше? Нужно, только скорее. И по ночам быстрее всего. Когда рабочие закончат ремонт на 2 полосах в сторону Республики Адыгея, перейдут на соседний по направлению в центр Краснодара. Предупреждают о ремонте дополнительные дорожные знаки. А завершить работы на мосту планируется к 9 сентября. На Кубани переоснастят школы в сельской местности. Из бюджета региона на эти цели планируют выделить 500 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал губернатор на краевом педсовете в преддверии учебного года. Перед совещанием глава региона осмотрел новую школу, которая откроет двери перед учениками 1 сентября. Как в новом учебном учреждении будут воспитывать юных профессионалов и как планируют развивать сферу образования на Кубани, расскажет Александр Иванченко. Мультиварка, блендер, тостер, кастрюли, электрические плиты, у нас есть вытяжки, у нас есть даже электронные весы.
Отличить этот школьный класс от современной кухни почти невозможно. Кабинет кулинарии, где девочек с 5 по 7 класса учат азам приготовления блюд, оснащен по последнему слову бытовой техники. На практике здесь показывают, как делать блины или в каких пропорциях смешивать ингредиенты для настоящего кубанского борща. Светлана Боннард сама не нарадуется такому оборудованию. На прежнем месте работы, до того, как перешла в 66-ю школу Краснодара, условия позволяли разве что по рисункам рассказывать, как надо готовить. Но после того, как мы приготовим блюдо, девочки накрывают сами красиво стол, садятся за стол, все это дегустируют и иногда даже приглашаем в гости мальчиков. В 66-й краснодарской школе готовятся ко Дню знаний, волнуются все, ведь это первое в регионе настолько большое здание, которое за последние 10 лет построили, что называется, с нуля. Образовательное учреждение рассчитано на 1500 мест, а классы и лаборатории больше напоминают кабинеты ученых. Оборудование удивляет даже губернатора, настолько все по последнему слову техники. Под стать и сами учителя. Опытные, но прогрессивные преподаватели даже переезжают в Краснодар из других регионов. Последние 10 лет работаю в Министерстве иностранных дел, в школьных учреждениях, и посчастливилось попасть в эту школу, чему, собственно, безмерно рад. И вот хочу еще похвастаться вот некоторым оборудованием, если можно, вот слева, да, настоящим. Например, вот эта вещица называется спектрограф, где дети смогут понять, что такое спектральный анализ, изучить это воочию. Ну, электронные микроскопы, естественно. Мы создаем форму. Это школа. А вот содержание создают увлеченные и профессиональные учителя. Я хочу позавидовать тем ребятам, которые будут учиться у вас в этом классе, потому что у них будет такой учитель. Спасибо. Вы живете своей профессией, вы гордитесь тем, что у вас сегодня есть, и какая у вас есть возможность для того, чтобы научить ваших учеников лучшему. 62 кабинета, которые оборудованы компьютерами, лингофонами, мультимедийными проекторами, швейными машинками и даже роботами. В таких условиях остается только учиться. Философия современной школы – это помощь ребенку в самоопределении. Ученику дают возможность на практике попробовать различные направления, чтобы он смог понять, кем хочет стать в дальнейшем. Вениамин Кондратьев даже немного позавидовал нынешним школьникам. Когда спрашивают, что бы ты хотел поменять в своем жизненном пути, и все говорят, нет, ничего, вот я считаю, что все очень удалось, то сейчас можно смело говорить, что школьные годы можно поменять. И такую школу точно, где настолько все интересно, настолько все помогает, на самом деле, развить в себе различные грани, которые даже мальчишка или девчонка, которые придут в школу и даже не подозревают, что у них есть такие таланты. Потому что в каждом кабинете какое-то открытие, в каждом. И каждый из них сможет себя по-новому открыть. Подобные школы – это ориентир для всей системы образования в регионе. Только в Краснодаре в этом году двери откроют две новые школы. Но останавливаться на этом на Кубани не собираются, поделился дальнейшими планами Вениамин Кондратьев на заседании Краевого педагогического совета. И мы реально понимаем, что преподавать или обучать в школах, где туалеты есть еще на улице, там, где спортзалы отсутствуют, так скажи, и никто не поверит, что сегодня это есть в школах. Но преподавать нужно. И будущее, друзья, тоже растить нужно. Сегодня около 6 миллиардов рублей в совокупности мы запланировали на строительство школ в крае. 6 миллиардов. Около 10 школ в этом году мы еще построим. Это беспрецедентные и цифры в плане финансового выражения. Конечно, объем строительства школ. Потому что я не раз говорил, что на самом деле на будущее мы экономить не будем. Тем более, что число учеников растет. Только за последние полгода в Краснодарский край переехали около 60 тысяч человек. Увеличивается нагрузка и на педагогов, ведь на Кубани развивают систему внеурочных занятий. Поэтому статьи бюджетных расходов на образование одни из самых крупных. Так будет и в дальнейшем, заверил губернатор. И ваши социально-бытовые условия, они меня тоже волнуют. Я это реально понимаю. Это тоже сегодня основная задача, на которой мы должны работать. Образовательный процесс, совокупность и учеников, и учителей. И там должно быть комфортно. Каждый четвертый рубль бюджета направляется на образование. Около 80 миллиардов рублей в совокупности нам сегодня обходится образование в Краснодарском крае. Если сравнить с 5-летней давностью суммой, это 2012 год,
она была более чем на 20 миллиардов меньше финансирования этой программы. Поэтому вот наша общая задача вот эти цифры приумножать. Проводя совещание в современной новой школе, не стоит забывать о старых, обратил внимание глава региона. Особенно о тех образовательных учреждениях, которые работают на селе. Материальная база там оставляет желать лучшего. Поэтому Вениамин Кондратьев сделал своему заместителю по экономическим вопросам предложение, от которого тот не смог отказаться. Да и в принципе на социалке Игорь Галась уже привык не экономить. Для нас-то все детки одинаковые. Что они в краевой школе будут учиться или там в станичной. Или в хуторской даже. Игорь Петрович, я вот, вы грустно сидите уже. Я, знаете, о чем подумал? Ну, давайте все-таки программа переоснащения школ. Потому что, еще раз подчеркиваю, прибавим в те инвестиции, которые завтра обернутся огромной прибавкой. Безусловно, мы вас только поддерживаем. Вот сколько вот давайте примерно посмотрим, нужно ну, не меньше 500 миллионов, как минимум, на то, чтобы хотя бы начать, наш собрание говорит. Вот давайте 500 миллионов предусмотрите, а дальше в этом, в следующем году на переоснащение в целом школ в нашем крае. Согласно майским указам президента, система образования в России к 2024 году должна совершить серьезный скачок и войти в десятку ведущих в мире. В Краснодарском крае первый шаг уже сделан. В регионе началось масштабное строительство школ, обновляется техническое оснащение и разрабатывается система поощрений для молодых учителей. Александр Иванченко, Инна Чайка, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Государственная Дума России готовится к первой осенней сессии. И в повестке будет много социальных вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть изменение сроков отпусков для многодетных родителей, получение материнского капитала, выделение дополнительного выходного дня гражданам для прохождения диспансеризации. Одной из главных тем станет реорганизация пенсионного законодательства. Предложенный правительством проект уже прошел первое чтение в июле 2018 года. А неделю назад состоялись парламентские общественные слушания. На них рассмотрели больше 100 поправок. Предложения собирали по всей стране. Краснодарский край тоже направил свое видение законопроекта. Какие меры помогут сделать продление пенсионного возраста безболезненным и какие социальные гарантии необходимы, чтобы серебряные профессионалы были востребованы на рынке труда? Эти вопросы корреспондент «Фактов» Ксения Галич задала президенту Краснодарской краевой общественной организации «Центр прикладной социологии и политологии» Геннадию Подлесному. Геннадий Иванович, здравствуйте. Государственная Дума уже осенью рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. Скажите, с вашей точки зрения, как политолога, насколько эти изменения нужны нашей стране? Изменения в пенсионном законодательстве, они назрели и назрели давно. Об этом речь шла еще в конце 90-х годов. Если раньше в 45 человек уже мог рассчитывать на то, что он выходит в предпенсионный возраст, то со временем изменилась ситуация и 45, даже 50 лет мужчины и женщины, они уже не рассчитывали выйти в установленный срок на пенсию и на этой пенсии сидеть и ничего не делать. В возрасте от, допустим, 45 до 60 и более человек продолжает вести социально активный образ жизни. Каким образом можно стимулировать работодателей, чтобы они с большей охотой принимали на работу людей предпенсионного возраста? Должно быть обследование однозначно. И по результатам этого обследования должно быть четко скорректировано. Человек этот может продолжать работать или он нуждается в реабилитации. То есть его нужно поместить в лечебное оздоровительное учреждение на какой-то срок, привести его, как говорится, в рабочее состояние. После этого он пусть работает. В таком случае, если это будет возложено на государство, а не на предпринимателя, то, естественно, любой предприниматель он будет заинтересован, потому что он будет точно знать, что да, человек дошел до 60 лет, но он прошел обследование, он абсолютно здоров. Геннадий Иванович, а как вы считаете, эти пенсионные преобразования помогут реализации майских указов президента о поднятии экономики страны? Нужно делать рывок в экономике. Рывок могут сделать только люди, обладающие опытом и знаниями. Те люди, которые готовы сделать рывок, они готовы подпрыгнуть там на 2 метра выше себя, но если у них нет опыта и знаний, они ничего не сделают. Соответственно, вот этот как раз золотой фонд тех людей, которые могут сделать рывок, это вот те люди, на которых необходимо, на мой взгляд, ориентироваться. Геннадий Иванович, спасибо за интервью.
В Анапе пенсионерам предлагают стать интернет-асами. В городе действует специальный курс компьютерной грамотности. 20 серебряных студентов вначале освоили базу, как обращаться с операционной системой, текстовыми редакторами и другими простыми офисными программами. Функции копировать, вставить и вырезать теперь знают как дважды два. Преподаватели познакомили участников курса и со всемирной паутиной, показали познавательные и полезные веб-ресурсы. К примеру, теперь выпускники в годах могут запросто записаться на прием к врачу или воспользоваться госуслугой, не выходя из дома. Здесь получила основы, те, которые для меня важны, это программа Word. Зарегистрировались, обучение было, регистрация на электронной почте. У меня электронная почта была, но зато меня научили заменить пароль. В скайпе это интересно, забавно. Получилось общение по скайпу. Программа обучения рассчитана на 30 академических часов. Многие пришли на первое занятие, даже не зная, что такое мышка и как ее держать. А сегодня уже бодро переписываются в соцсетях. Все выпускники получили именные сертификаты. Курсы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров в Анапе запустили в этом году впервые. Теперь они станут ежегодными. Освоить компьютер или вовсе получить новую профессию не поздно никогда. Да и не в возрасте дело, а в желании. Сегодня популярный интернет-портал по поиску работы опубликовал топ самых интересных вакансий в Краснодарском крае. На первом месте покоритель морских просторов и повелитель пляжных развлечений. Инструктора в пункт проката водной техники ищет краснодарская компания. Соискателям обещают нескучные трудовые будни, зарплату в пределах 40 тысяч рублей и плавающие выходные. А вот где именно он сможет рассекать волны на гидроцикле, не уточняется. Если душа требует созидания, можно попробовать стать скульптором. Главная обязанность – построить авторские клетки для диких животных. Тут и творчество, и экстрим. А вот зарплата средняя по краю. А еще краснодарские работодатели ищут волшебника. В трудовом договоре эта должность будет обозначена как специалист лазерного шоу. Все, что нужно претендентам на эту вакансию – творческое мышление и свободные выходные. Основной объем работы будет приходиться именно на субботу и воскресенье. Заработок от 5 до 15 тысяч рублей за одно волшебное шоу. Солнечные цветы пустили под нож. В крае началась уборка подсолнечника. Эта культура занимает почти 420 тысяч гектаров по всему краю. И чем быстрее фермеры смогут собрать семечку, тем лучше, пока погода позволяет. Поэтому сейчас комбайны в полях работают круглосуточно. Аграрии выходят в три смены. Только в одном Кореновском районе убрать предстоит 13 тысяч гектаров. День убираем до 70 гектаров. Я думаю, что мы сможем убрать это в течение недели. В зависимости от влажности. Аграрии говорят, в этом году урожай будет чуть скромнее, чем в прошлом. Все из-за длительной засухи. Пока в закрома отправили только 5% от общего количества. Одновременно с уборкой почву готовят к следующему севу, пашут, рыхлят и вносят удобрения. А другие фермеры, готовые к званию самого аграрного региона, добавить еще одно прилагательное и сделать Краснодарский край еще и самым сырным на территории России. Каждый год на Кубани производят больше 20 тысяч тонн твердого, мягкого, с белой или голубой плесенью. И залеживается сливочный продукт только в подвалах заводов, согласно технологии. А вот с полок магазинов разлетается быстро. Вероника Стороженко побывала на производстве в нескольких районах края и узнала, какой сыр носит название самого благородного. Твердые, янтарного цвета, сливочные, мягкие, а еще с благородной плесенью. На Кубани производят сыры на любой вкус и цвет. В крае работают десятки молочных предприятий. Уникальный завод находится в Крымском районе. Здесь выпускают продукт премиум-класса. Его делают из молока, который дают овечки французской породы лакаюни. Каждая примерно по 2 литра в день. Оно не имеет специфического запаха и не вызывает аллергию. Кладезь витаминов, да, и минералов, там, белка, и с точки зрения функционального питания сыр как раз таки, как никто иной, передает именно этот потенциал продукта. А готовят такой натурпродукт в специальных сыроварнях. Заливается молоко, там его нагревают до нужной температуры и сушат до образования зерна. Для каждого сорта своя технология и особая закваска. Красители, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты и заменители молочного жира на кубанских фермах под строгим запретом. Все сырье для сыра тщательно исследуют в лаборатории любого маслосырозавода. Специалисты делают десятки анализов, которые определяют качество. Чтобы
цвет соответствующий, запах, кислотность, жир. Когда мы проверяем молочко, мы в процессе этого видим, какое оно. Настоящие деликатесы сыры с белой и голубой плесенью получают в Каневском и Тбилисском районах. Местные сыроделы готовят по собственной рецептуре. Фирменные «Эдель», «Делис» и «Сливочное удовольствие» известны уже и за пределами края. Кубанское качество оценили даже французские эксперты. Они сказали, что, безусловно, это не Рокфор, но это ваш сыр, он по-своему вкусен и интересен. Просто в вашем регионе такое сырье, и оно дает свой оттенок на вкусовые качества. Сейчас в регионе к запуску сырной линейки готовится и в Кореновском районе. Специально для этого одна из ферм пополнила свое стадо буренками со стахановскими надоями. Это коровки айширской породы, они предназначены для производства молока, сыра, творога, сметанки, кефир, йогурт. Одна коровка дает у нас 9000 литров в год. Пока производство не запустили, специалисты пытаются найти неповторимый вкус, экспериментируют с закваской. В ближайшее время на предприятии планируют выпускать не только вкуснейший сыр, но также йогурты, сметану и другую молочную продукцию. Вероника Строженко, Артем Тумарь, Кубань 24. Английский дворянин из Павловского района обскакал всех и стал миллионером. Кубанский жеребец Конорт Лорд выиграл одно из самых престижных конных состязаний России – скачку на Кубок шахтеров. В Москве он обошел Цицерона, Хенри Райда, Ван Мэн Шоу и других фаворитов гонки. Конорт Лорд лидирует при выходе на финишную прямую. Цицерон идет вторым. Далее Хенри Райд, Центурион не бежит. И это будет Конорт Лорд! Общий призовой фонд скачек составил более 11 миллионов рублей. Лучшие чистокровные лошади старше 3 лет прошли дистанцию около 2,5 километров. По итогу схватки победу одержал наш скакун. Конорт Лорд, неоднократный победитель региональных соревнований, дважды завоевал приз президента России. Министра спорта Краснодарского края Людмилу Чернову освободили из-под домашнего ареста. С нее сняли подозрения в должностных преступлениях. Уголовное преследование прекращено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным информагентства, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Ранее сообщалось, что следствие заподозрило чиновницу в незаконном заключении договоров с коммерческими организациями о выделении субсидий по региональной программе. Людмила Чернова возглавляет региональное министерство спорта последние 6 лет. В Анапе запрещено разведение костров как на природе, так и на территории частных дворов. Спасатели МЧС сегодня объявили на территории курорта экстренное предупреждение по пожароопасности. В городе из-за жаркой, сухой и ветреной погоды сейчас 5-й высший уровень угрозы. В такой ситуации даже за жарку шашлыков, если, конечно, не соблюдены меры безопасности, можно заработать штраф. Высокая вероятность возникновения природных пожаров сохраняется практически по всему краю. В зоне риска также Краснодар. Огненное предупреждение будет действовать как минимум до конца недели. А вот в последних числах августа столбики на термометрах поползут вниз, говорят синоптики. Осеннюю прохладу обеспечат дожди с грозами. Воздушная масса сильно отличаться не будет, поэтому кроме осадков, в общем-то, мы больше ничего не ожидаем. Температурный фон понизится всего лишь на 2-3 градуса, но добавится несколько количества облачности, естественно. Поэтому дневную жару будет легче переносить. Несмотря на небольшие дожди, летний зной настолько высушил землю и растительность, что лесная подстилка и трава могут полыхнуть в любой момент. Спасатели напоминают жителям и гостям края о том, что нельзя разжигать костры в лесах, выбрасывать непотушные сигареты и оставлять стекло под палящим солнцем. Все это может привести к природной катастрофе. 30 человек, находящихся в розыске, задержали совместно с полицией казаки Черноморского отдела Кубанского войска в 2018 году. 60 бойцов по пахах выходят в рейды вместе с пограничниками. Ведение служивых и охрана почти 200 школ, детских садов и других социальных объектов. О результатах работы на отчетно-выборном сборе в Туапсе отчитался атаман округа Сергей Савотин. На встрече выступили представители станичных и районных обществ. Принимал отчет атаман Кубанского войска Николай Далуда. Он отметил, что отдел показал серьезные результаты по военно-полевым сборам, организации казачьих сельхозпредприятий и охране общественного порядка. Очень сильная, мощная, действительно организована работа со стороны прежде всего атамана Черноморского казачьего округа и его штаба. Округ рванул, округ действительно начал набирать темпы, начал набирать скорость.
и все вопросы атаманам и правлением казачьего округа решаются очень быстро, оперативно, профессионально. Однако, по словам атамана, войска делу есть, еще есть над чем работать. Сейчас на территории Геленджика, Сочи, Новороссийского Туапсе всего 4 казачьих школы, и привлекать молодежь нужно активнее. То же самое касается и пополнения рядов реестровых казаков. Сейчас в отделе около 4500 служивых, он самый малочисленный в войске. Наша культура и высокая мораль, нравственность – один из залогов роста наших рядов. Залог пополнения казачьих обществ интеллектуальными, культурными и высоконравственными казаками. По итогам сбора работу атамана Сергея Савотина признали удовлетворительной. День важнейшего из искусств кино отмечают сегодня в стране, а в Краснодаре чествуют лучшие кинотеатры. Награждение лидеров краевого смотра конкурса прошло в здании филармонии. Гран-при получил коллектив Новороссийского городского киноцентра «Нептун», а вот личные награды достались и самым креативным работникам, и самым верным. На сцену пригласили тех, кто работает в синематографе всю жизнь. Ветеранов за труд поблагодарила министр культуры Краснодарского края. Именно вы, такие люди, профессиональные, добрые, творческие, иногда напористые, возрождаете киноотрасль России. В прошлом году по рейтингу проведения «Ночи кино» в Российской Федерации Краснодарский край стал лучшим. И это тоже ваша заслуга. В Краснодарском крае, одном из немногих регионов России, сохранилась большая сеть муниципальных кинотеатров. Их 40. Сейчас по федеральным и краевым программам модернизируются залы во многих районах. Неделю назад открылся обновленный в Успенском районе. В Туапсе после модернизации заработал старейший кинотеатр края «Родина». А в Кропоткине после 20-летнего перерыва вновь начали показывать фильмы в центре «Мир». И во всех в эти выходные был настоящий аншлаг. Кубань присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино». Огромные экраны зажглись в кинозалах и под открытым небом, а улицы городов заполонили герои знаменитых лент. Они, можно сказать, разогревали публику перед многочасовым показом. На суд зрителей в этом году представили 3 киноленты. Их выбирали на протяжении нескольких месяцев путем соцопроса. Кто стал лидером народного рейтинга и почему премьеры этого года так ждали жители Новороссийска и Темрюка, расскажет Юлия Костина. Улица Красная превратилась в большую съемочную площадку. Фильм «Ночь кино» по-краснодарски не блокбастер или комедия. Это скорее картина «Карнавал». В главных ролях сотни киногероев, которые съехались со всей Кубани. Это в своих станичных и городских кинотеатрах. Они администраторы и билетеры, а здесь могут примерить любой образ. Нам все так нравится. Самое главное, что нравится всем зрителям. Я вообще люблю фильмы. Это моя страсть. Я работаю в этой сфере. Вот. И поэтому фильмы – это жизнь. В этом году в крае всероссийская акция «Ночь кино» прошла на 327 площадках, в прошлом всего на 200. В Краснодаре на Пушкинской площади появился огромный белый экран под открытым небом и ни одного свободного места. Вместе с краевой столицей фильмы смотрели по всей Кубани. Зрителями стали почти 300 тысяч человек. Они смогли оценить 3 отечественные картины, которые стали самыми популярными по итогам всероссийского опроса. Это сказка «Последний богатырь», приключенческий рубеж и военный фильм «Танки». Правильно, своевременно, удачно, весело и хорошо организовано. Очень позитивное мероприятие. Очень рады, что каждый год такое мероприятие проводится, собирает много детей и взрослых. И это августовская «Ночь на Кубани» – подготовка к большим кинособытиям. В эти выходные в Анапе стартует 27-й киношок. А сразу после поклонники больших экранов переместятся в Курганинск. Там пройдет фестиваль «Казачьи зори над Лабой» и памяти Клары Лучко. Краснодарский край не только показывает фильмы, но и становится площадкой для съемок полного метра. В этом году в прокат вышли 2 ленты российских режиссеров. Одну снимали в Новороссийске, декорациями к другой стал Темрюк. Юлия Костина, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Новая волна шумно и весело выплеснется на берег Черного моря. Сочи примет финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки. Сейчас на курорте завершается монтаж сцены New Wave Hall. Он расположен в самом центре Олимпийского парка. Через неделю строители уступят место музыкантам. Большой гала-концерт открытия пройдет 4 сентября. Перед зрителями выступят Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Валерия, Ани Лорак и другие хорошо известные исполнители. Затем гостей ждут творческие вечера и конкурсные дни.
В этом году организаторы конкурса предоставляют шикарную возможность гостям и жителям города посетить открытые концерты. Они будут проходить с 4 числа по 8 на площадках Олимпийского парка, а именно напротив главного медиа-центра. Это будут большие такие концерты на открытом воздухе. Этот конкурс молодых исполнителей уже 17-й по счету. Отцы-основатели Игорь Крутой и Раймонд Паус. Изначально волна проходила в Юрмале, однако затем сменила прописку на Сочи. Курорт принимает фестиваль уже в 4-й раз. В этом году за победу в творческом конкурсе будут бороться 16 исполнителей из 11 стран. Представлены почти все СНГ. Также есть финалисты из Нидерландов, Мальты, Канады и Греции. Имена победителя объявят 9 сентября на гала-концерте. Алые паруса для белой невесты, а еще небо в красках, игры на воде и чествование самых лучших горожан. Вот так Геленджик отметил 187 лет со дня основания. В российской истории город впервые упоминается как военное укрепление, потом село, и только в 1900 году Геленджик получает статус курорта. Каждый год он принимает миллионы туристов, и в день рождения они и жители стали главными на торжестве. Подробности далее. Подарок всем влюбленным и романтикам. В день рождения Геленджика на набережной появился новый памятник. Он посвящен автору повести «Алые паруса» Александру Грину. На открытие пришли десятки горожан и гостей города. Бронзовый мечтатель привлек и народных артистов России. Очень красивый памятник открыли. Очень задумчивого человека. С алыми парусами, с этим парусом на плече. Он тоже был мечтатель. Здесь будет его памятник, здесь будет его бюст, и здесь его герой. Потому что это такая бухта, которой хочется мечтать. Мечты детей и взрослых в этот день собрали в одну большую открытку. На центральной площади города выступали танцоры, певцы и музыканты. На главном пляже тем временем развернулось водное шоу. В небо запустили цветной фейерверк. В день рождения город превратился в одну большую творческую площадку. Много природы, моря, много дружных людей, отзывчивых. За то, что здесь, скажем так, очень чисто, много цветов. Красивое, чистое, уютно, везде пляж, везде можно пройти, вообще хорошо у вас здесь. Шикарный город, красивый. Город белой невесты сегодня стал настоящей туристической меккой. Все те результаты, которые сегодня мы имеем, они бы не были достигнуты, если бы не поддержка руководства края в лице нашего губернатора Вениамина Кондратьева. И, конечно, многие программы, федеральные программы, как строительство очистных сооружений, строительство федеральной дороги, это тоже помощь и поддержка. Я думаю, что совместными усилиями мы все будем делать для того, чтобы Геленджик развивался и действительно был самым лучшим курортом Черноморского побережья. Тех, кто внес свой вклад в развитие Геленджика, наградили званиями «Почетный гражданин» и памятными подарками. Отметили лучшие ТОСы, улицы, кварталы, общественников, представителей бизнеса. Это награда всего того коллектива, с кем я работал в администрации, всем моим сотрудникам, наверное, всем жителям села, предпринимателям, которые с первого дня, когда я работал, всегда понимали, что бы мы ни делали, мы делали на благо всех. Надо просто любить тот дом, в котором ты живешь, посадить цветы. Убрать в нем, повесить картинки, вырастить комнатные цветы. Это совершенно не тяжело. Последить за освещением, за своевременной покраской дома. Ну, всякие мелочи. Из этого всех мелочей складывается красивый внешний вид, который должен соответствовать курорту. Завершился день города большим концертом и фейерверком над Геленджикской бухтой. Ксения Галич, Леонид Панчинский, Александр Брыксин, Кубань 24, Геленджик. Кубанские дайверы установили рекорд страны по погружению на высоте. Они поднялись на 2970 метров над уровнем моря, взвалили на спины акваланги и нырнули в озеро Лунное. Оно расположено на склоне главного Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии. Экспедицию организовали специально, чтобы изучить озеро. По одной из легенд, во время Великой Отечественной войны в этих местах стоял немецкий штаб. Но спустя 76 лет водолазы и альпинисты не смогли этого подтвердить. Скорее всего, постоянные камнепады в урочище уничтожили все следы.
Кроме кубанцев, в состав экспедиции также вошли добровольцы из Москвы, Саратова, Магадана. Больше всего дайверов удивили обитатели высокогорного озера. По словам исследователя, они обнаружили крошечных креветок. Сейчас участники подали документы на фиксацию рекорда и ждут его признания. Налетчики в масках минувшей ночью заблокировали одну из улиц Сочи прямо на асфальте. Они устроили пиршество с легкой руки местных жителей. Те увидели в самом центре курорта семью енотов и решили угостить диких зверей тем, что было под рукой. Еноты в центре Сочи. Они живут в канализационном люке, а мы их кормим попкорном. Лакомство хищники обрадовались, да настолько, что перестали обращать внимание на автомобили. Те моргали фарами, сигналили, но еноты продолжали свой пир. В итоге даже собралась небольшая пробка. Впрочем, автомобилисты не торопились, а некоторые, оставив машину, устроили енотам небольшую фотосессию.